Солнечная поляна, стол с угощениями, шашлыки и нарды. В такой по-настоящему летней обстановке сегодня в санатории «Знания» презентовали новые проекты для декады зрелого возраста. В этом году в программу фестиваля включили турнир по нардам и открытое первенство юга страны по приготовлению шашлыка. Участвовать могут все желающие. Единственное условие – возраст 55+. Гастрономия Сочи исторически, да, и географически тоже складывается тремя кухнями. Кавказской, черноморской, морской и кубанской. И в этих всех трех кухнях есть в том или ином виде приготовление блюд на огне. Поэтому идея очень интересная и прям вот призываю всех принимать участие. Новые проекты, уверены организаторы, должны привлечь к участию в декаде еще больше активных людей 55+. Декада зрелого возраста – это 10-дневный фестиваль для людей старшего поколения. На бесплатных мастер-классах и лекциях представители серебряного возраста учат жить активно и интересно. Известные спикеры делятся ведущими российскими и зарубежными практиками. На форум участники приезжают со всей страны. В этом году мы нацелились на цифру 3000 участников. И ну вот сейчас по темпам бронирования понятно, что, скорее всего, мы где-то вот на нее, наверное, и выйдем. Это будет, несомненно, достижение, которое позволяет говорить о том, что декада зрелого возраста по праву уже стала крупнейшим фестивалем здоровья, новых знаний, хорошего настроения для людей зрелого возраста у нас в России. Теперь, чтобы разместить всех желающих участвовать в декаде зрелого возраста, не хватает одного лишь санатория «Знания». Подключились партнеры – соседние здравницы. В этом году фестиваль активного долголетия пройдет с 14 по 23 ноября. Совместить приятное с полезным могут все желающие – те, кто хочет жить ярко, несмотря на возраст. Ольга Десятова, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ».